Так, доброго ранку, поїхали. Дуже багато цікавих питань, як завжди. Сьогодні багато буде. Більше часу, мабуть. Історія, життя планети Земля, людини, людства та багато іншого. Політика, Трамп, Дональд, да. Як без Дональда зараз. Мої улюблені жуйки. Жуйка, да, на українській мові. Так, там багато сюрпризів для нас, для українського суспільства. На жаль, не гарних. Так, сьогодні буде заочне общення у мене з підписником. Теж так. Слухаю книгу Джон Тошак, був такий знаменитий ігрок Ліверпуля. Ну, легенда. Ну, круче, ніж Шевченка. По достиженням точно. Побить Ліги Чемпіонів, побить ли двох кубків УЄФА, обладатель Суперкубка Європи. Ну, такий топ-топ ігрок, там 4 чи 5 разів виграв чемпіонат Англії. І у нього закінчується кар'єра, він приїжджає на свою родину і приймає клуб Суонсі, це 5-та регіональна ліга Британії, Уельс. Ну, Британія, так. Да. І ставить собі задачу зробити їх більш крутим клубом. Цей клуб покупав собі труси і футболки за свої гроші. І в свободне від роботи час приходили грати. Він почав вводити всякі нововведення. Ну, такі, наприклад, як за день до матча приїжджати, отель знімати. Ну, знаходив спонсорів, за свої гроші знімав. Потім договорился с женщиной возле стадиона, чтобы она готовила после игры суп уэльский и хот-дог один. И они приходили, вместе кушали, обсуждали команду. Он играющим тренером был. Вот представьте, обладатель Кубка Европейских Чемпионов приезжает в команду 5-й лиги. У нас же Шевченко возвратился за 3,5 миллиона евро в Динамо Киев доигрывать, когда он же практически не играл. А этот человек в свой родной край приехал в команду, ну, например, с третьей лиги. У нас даже третьей лиги нет в Украине. И он их сделал сейчас одним из ведущих клубов Уэльса. Он их вывел, при нем они выиграли 3 кубка Уэльса. Да. Это для них было мега достижение. Пригласил своих друзей туда играть, двух. Ну, например, люди были чемпион мира 66-го года по футболу, обладатели двукратной Кубка Европейских чемпионов, победители двух кубков УЕФА и пришли в этот Кардипп-Сити играть. Да. За свои деньги. Тренировались они на полях, на таких, ну, как сейчас идут боевые действия. Ну, на кучу горах. Да, и в общем, он рассказывает, Джон Тошак, говорит, когда он вышел играть на первый матч Ливерпуль, ну, когда играл за Ливерпуль, Ливерпуль против Арсенала лондонского, тренер говорит, это большое давление на меня, эта трибуна. Он говорит, сынок, давление это когда ты безработный и стоишь в очереди за недельным пособием. Да, вот это давление. А это не давление, это счастье. К сожалению, игроки Динамо Киев и шахтеры не понимают, что такое давление. Это дети в пеленках от Гуччи. Возьму на секунду паузу. Там у меня предыдущий влог 1700 человек просмотрело. Ну, это для меня рекорды. Почти 300 лайков. Спасибо. За поддержку буду вдячный. Я трохи слухав Данилу Яневского и Микола Вересня. Я сейчас ими занимаюсь. Балашова пока не трогаю. И манера общения у Яневского, у Вересня с Яневским. Яневский критикует, ну, Зеленского, что все пропало. А Вересня бесит это. Он другого мнения. И он говорит Яневскому: «Не звезди Данила». Ну, сами вставите это слово, которое он сказал. Я не могу лаятись на своем кошерном YouTube-канале.
Чуть-чуть послушал певица, Алеша есть у нас такая. Это она, ну, жена знаменитого этого певца. Но я его песни не слушал, Тополя. Но говорят, что он поет. Что он продавал билеты в Ялту. То она, ну, они патриоты, патриоты такие. И наши родственники вынуждены работать и жить на оккупированной части Запорожской области. Им нужно выживать. Это не оправдание. Это не оправдание. Сюда можно выехать. Если они платят податки и работают на оккупированной территории, значит, ну, грошем цена. Я же говорю, вот у меня полсемьи ватные, но они ватные такие, что Путин намного лучше их. Ну, это не помешало, например, другой части семьи, мы, я и мой двоюродный брат оба воевали за Украину не один год. Брат даже в два раза больше повоевал, чем я. Ну, а часть семьи такая. Да. Поэтому Алеша несвідома певіця такого патріота великого, як Тополя. Він квитки продавав в Ялту. Там мне писав подписчик Ігор Щербак. Ну, какой вопрос вы написали, такой вам ответ. Я вас забаню. Вы лишний подписчик на моем блоге. Про вас еще чуть-чуть прокомментирую. Из плохого Купянск, на Купянской окраине, это южная часть Купянска, левобережье. Он же там разделен Осколом, речкой, по-моему, Оскол. Зашли первые подразделения россиян, в крайних домах расположились человек 20. Основная часть колонны была уничтожена, но их много просто. Я вообще сразу же хочу сказать, что сейчас, вот последний месяц, это лучшие показатели украинской армии за всю войну, за 11,5 лет. То, что сейчас показывает украинская армия, даже иногда они где-то отступают, там поднимают крик по отдельным подразделениям. Но сейчас наши мужики просто, ну, неперевершені, просто великие. Такие потери, которые несет Россия в день. Вот я два дня не писал, ВОХ, и они сделали нам подарок. 1770 человек в день они уничтожают. Это только подтвержденных. А сейчас неподтвержденные. Ну вот в хату прилетел снаряд, как ты там посчитаешь? Там, где они відпочивали, ці загарбники. Угу. Сейчас просто, ну, крутейшие показатели. Блин, вы великие. По форме вопроса, который вы писали, это Ігор Щербак. Ігор Щербак. Пише українською мовою, ну, пан такий увлікається, я так понимаю, я образив, ну, можна таки гадати, либо Єлісєєвича, либо Балашова, либо Шевченка, Едуарда, либо Арестовича, либо, ну, ще якогось такого пана, да. Угу. Просьба к вам, слушайте влоги для вашого мировосприятия. Как вы писали, я вам дякую, что вы писали, не ображали меня в питании, витрималися, да, и написали більш-менш там чемне запитання. Да, ну вас плющило не по-детски. Може, я этого вашего Любарского образив. Да. И буду вам дякую, якщо ви відпишетесь сьогодні. Ви писали, я іноді слушаю ваші влоги, і даже іноді не треба. Якщо ви появитесь на другому каналі якомусь, крім того, Телеграм, я вас забаню зразу. Да. Нічого зайвого, нічого. Нічого персонального. Да. Общий посил був, якщо чоловік проти Зеленського, то він для мене агент Кремля. Ну так. Да. Головку на вашу полічить чуть-чуть. Есть очень много интересных книг о великих агентах Кремля. Я рассказываю передачи, ну, в влогах периодически. Я рассказывал о окружении Рузвельта, которые были прямыми агентами Кремля, которые как-то случайно после допросов покончили жизнь самоубийством. Это были, ну, уровня госсекретаря США люди. Замминистра торговли Соединенных Штатов Америки. Окружение короля при Черчилле были агенты Кремля.
Руководитель контрразведки МИ-6 был, агент Кремля. Да. Поэтому те, кто разрабатывали атомную бомбу, Ливерпульская там, это четверка или как они там, были агенты Кремля. Просто есть агенты пятирублевые, которые после третьей смс-ки их СБУ вяжет. Какая-то баба-корректировщица с Купянска. А есть агенты Кремля, такие, например, как, ну, условные, например, Арти Грин, да. У него ж водные, у Арти Грина, вот я ж не знал, кто он, я там почитал, выпускник Ленинградского высшего командного военного учителя. Ленинградского. Не Миргородского якогось, не Київського, а Ленінградського. Живе в основному на Кіпрі, да, за кордоном України. Цитирує Арестовича, що Арестович понадусе. Це вже там три водні, які... Я працював з контрразведкою там не один год. І СБУ. И те вводные, которые я им давал, они оказались крайне правильными. И мне за это благодарно. И было несколько очень успешных операций по топ-агентам. Да. К сожалению, в окружении Зеленского много есть. Я ж за критику конструктивную Зеленского, а не такую, как вы вот эти войновозы слушаете. Типа Любарского, либо этого Чекалкина, либо Береза, да. Я такие, либо вот этот Лапин, ну вот это Петя Стайл. Нет, таких я не слухаю. У человека не может быть все плохо. У человека может быть и положительные достижения, и отрицательные. Вот вы, Игорь Щербак, вы хотите стать вместо Зеленского сейчас? Вот хочу вас спитати. Заочно. Так. Ну, в общем, Трамп начинает кони мочить не по-детски. Буду зачитывать, потому что я их не знаю. Для Украины обранцы Трампа мы уже поведомляли. Теперь черга за треш-контентом. Трамп собирается Тулсі Габбард сделать директором нацразведки. А конгрессмена Мета Гетца на пост генпрокурора США. Ну, Мет Гетц это вообще конченый. Это же говорит, мага. Там вообще, он говорит, Украины вообще не должно быть на планете Земля. Габбард периодически выступала против поддержки Украины, а политику США, что за Украину называла другим Афганистаном. Да. Она также рассказывала, ця, мадам, що у нас розвідку буде, що в Україні зробили кучу біолабораторій, да. І от ці гуси літають, де вся Габбард показала. Мед Гетц, він категорично проти американської допомоги Україні. І каже, що все слід спрямувати на внутрішні потреби країни, ну США. Що касається Зеленського, возвращаюсь к Ігорю Щербаку, вам теж буде сьогодні посвящено, ну, звіздою буде сьогодні моєго подкасту. То зараз лучший момент бути вместе з Зеленським, да, а не займатися воєнномерством. Ми ж вже займалися воєнномерством, якщо ви підписані на мій влог давно, но комментировать уже не будете, это точно, то я рассказывал, как казаки друг друга резали. Левобережные казаки убивали правобережных. Часть казачества присягнула России, часть вишневецкие присягнули полякам, и мы резали друг друга с утра до вечера. 17-й год, 1917, тому подтверждение. До звука УНР из УНР было 5 минут. Поэтому сейчас лучше лишним добрым советом помогать Зеленскому, чем топить его в говне и присоединяться к вот этим подонкам, которых я озвучивал фамилию. У меня такое, я вот как прощался, например, с женами или с кем-то по жизни,
Вот меня какие-то бывшие мои друзья смотрят. Умерла так умерла. Как кажут на родине Алексея Арестовича, он же не с Киева сам, да? Давай до побачення, давай до свидания. Да, есть такая песня у них. Тимати поет. Кстати, вот когда мы пришли после боев с Донецкого региона, и нас отправили в лагерь спецназа, а потом приезжали иногда в Житомир потанцевать в ночной клуб, то дети военнослужащих в этом Индиго в ночном клубе танцевали под Тимати, да. Давай до свидания. Вот это ж жена Зинченко, она ж носит кличку в честь песни Тимати, да. Что еще Тулси Габбард говорила? Что украинские биолаборатории, сами украинцы, винні у військовій агресії, бо провокували Росію багато років. Де та ж Габбард. Там же ще моя про нового кандидата на голову Пентагона, точно такой. Я вас всіх вітаю. І трампістам теж, ну, машу, ідіоти. Ну да, ну про, я записував для себе Євгеній Бекринєв, це Артігрін. Вот так начинается работа у контрразведчика. Он контрразведчика наоборот. Вот чем ты лучше стелишься, тем он больше тебя будет разрабатывать. Это правильно. Да. Ничего личного. Категорошка, он же, которого повязали по югу, генерал СБУ, он же стелился лучше всех. Патриот на оперативках будет сперечаться, а Категорошка будет такой ласковый. Мой ласковый нежный зверь. Просто у разных разведчиков разные задачи. Например, у Виталика Портникова задача раз в два дня говорить, что будет тактический ядерный удар по Украине. А потом говорить патриотические цели. Но самая главная задача, чтобы моя мама трусилась, а мои родственники, кто помоложе, особенно женского пола, уехали все в Европу и навсегда уехали с Украины. Да. Ну а вы же понимаете, что когда тут людей не будет, страна просто умрет физически. А у другого другая задача. А у третьего, например, раз в день говорит, что сырский – это дерьмо, да, и он мародер. Например, как Артигрин обсуждает это с Любарским. И Любарский говорит, так все-таки, наверное, был прав Трамп, что не надо помогать Украине, да. У каждого агента своя задача, все. Я вот когда играл в футбольной команде, часто капитана играл, то моя задача была даже слабое звено подбадривать. И он расцветал, лучше играл, и выдавал на гора выше своих возможностей. А не орать тому же самому Зеленскому каждый день, там, ты дерьмо, ты дерьмо. У него много достижений у этого Зеленского. Даже более чем. Так. Я ж повторяю, що україномовний, це Ігор Щербак, він мені писав тільки українською мовою. Ну це не індульгенція. Да. От моя тітя, вона вже стала свідомою українкою, а до цього була несвідомою. Вона мені казала, ну що, Володимир Путін нормальна людина. Та як вона? Так вона взагалі не знає ні одного руського слова. Ні одного. Вона розуміє, що кажуть по-руському. Тетя с польской фамилией, да. Ну, она казала, як він свідома людина, як? Тільки потрібно прекратити стріляти, да. На даний час українська мова – це ніякий не показник. Через час якийсь, в майбутньому, може бути так. Зараз – ні. Зараз українськомовні таке мочать, що мама дорогая. Так. Ну, вчера была опять Новоивановки атака, опять накатов за день, 5. Ну, Новоивановка – это Сталинградская битва. Так. В общем, из 16 машин, тяжелых танки, там, перемешку с БТРами,
10 було знищено. В этом принимают участие 225-я ОШБ, 47-я УМБР, 36-я УМБР, это морская пехота, и 82-я это ВДВ, ОДШБР. И 103-я, 101-я это ОБР, это, по-моему, 101-я раньше была президентская. Ну, сколько россиян убито, там один бог только знает, если он есть. Там общался, спрашивали у меня, ну, мои впечатления от курса молодого бойца. Не абсолютно гражданской людиной туди потрапив. Ну, и могу критически давать оценку. Вообще ничему не учили. И на офицерских курсах это пустая трата времени. И потом уже, когда попал на ППД в военную часть. Командир не учил вообще ничему, ему плевать было. И когда были первые учения... Задача была выжить в тяжелых условиях, то мы там чуть не сдохли, да. И, в принципе, каждый потом бежал в интернет, рылся. В Ютубе много полезного, очень много. По карематам, по теплостелькам, по тому, как утеплиться, это самая главная задача. По термокружкам, по минированию, по всему есть все в Ютубе. И вы только, если захотите выжить, то включайте мозги и сами выживайте. Курс молодого бойца ни на одном полигоне... Ни во Франции, ни... Ну, и смею заверить. Я ж общаюсь с людьми. Ни у нас ничему не учат. Это просто марнотрасса. Туда списываются деньги. Там больше получается, человек погружается в военную атмосферу. Там утром построение, в палатке спать, топить буржуйку. Уже какая-то караульная служба. Человек просто погружается в эту атмосферу. Взять котелок, пойти в столовую, тебе насыпят каши. Ну, вот такой принцип. Но что-то военного там особо ничего не дают. Сейчас все есть в Ютубе. Начиная от постановки гемостатика и турникета, заканчивая правильным минированием, да. Даже дистанционным. Все есть. Как и у россиян в том числе, так и у нас. Я у них тоже много чему учусь, хотя их слушать не могу. Цих потвор. Все мы видели колонна леопарда, ой, колонна и леопард. Первый раз видел толковый бой, где на леопарде расчет замаскировался, они были хорошо замаскированы. Я даже не увидел сразу, что они в дренажном канале там стоят. И он, а колонна российская шла без прикрытия. Обычно, если колонна МТОБшек идет, их прикрывает танк. Он с травом идет и, ну, как огневая поддержка. Ну, видно, у них напряг с танками. Я там дальше зачитаю эту интересную информацию. Это вообще трындец. С киностудии Мосфильм забирает даже раритетные танки Т-55 на ремонт. То есть у них там вообще печалька. И хорошо, что наши ребята не оставляют танк в полуподбитом состоянии, а палят его окончательно. Потому что такой танк потом, ну, его восстанавливать надо очень долго. Так вот, он прямым попаданием 3 БТРа разбил, а 2 остальных остановились. А то, что колонны идут без огневой поддержки, это уже очень хороший показатель на самых важных направлениях. Это было на Курахово. По-моему, населенный пункт дальний. Начал читать книгу про Бориса Бажанова, секретаря Сталина. Он сам с Могилёв-Подольского, с Украины, был противник национализма, но ментально был буржуа. У него было хорошее образование, он хорошо владел письмом, четко излагал свои мысли на бумаге. Он написал устав большевистской партии новый. И запал в глаза Кагановичу. И Каганович его поставил, как бы... В общем, он стал личным секретарем Сталина. Но он у Сталина был личным секретарем, когда еще Сталин был... заведовал Политбюро. Ленин еще был главный. Вот он с 22 года по 28 был личным секретарем Сталина. У Сталина было 4 секретаря. То по работе с Политбюро был именно Бажанов. И у нее есть хорошая книга, она 10-часовая аудио. Ну, первый час Бажанова я послушал.
Он лично знал всех Дзержинского, Минжинского, этих всех Петерса, знаменитых прибалтов. И он им давал оценку, вот стоя с ними вот так рядом. Когда они заходили с трясущимися руками за чайком и сахарком, и с ним разговаривали. Очень интересно. Там он упоминает также Ивана Павловича Товстуху, это был личный секретарь Сталина, только по особым вопросам. И по грязным вопросам у них еще был Григорий Иосифович Каннер. Так самое интересное, что Бажанов прочувствовал, что с ними расправятся, и он в 28 году через Иран, через Индию убежал во Францию. На него было 3 покушения. Он их, ну, смог убежать от покушения. И за ним охотились, как за Троцким. Каждую новую выход главы и лично Сталину возили самолетом по Бажанову. Да. На Бажанова, как раз читаю главу, когда на него Ягода писал постоянно доносы. И Сталин этот донос на следующий день давал Бажанову прочитать. Я говорю, ваше мнение по этому доносу. Ну и Бажанов ему парировал. Ну, Товстуха в 1935 году, говорят, от туберкулеза, но непонятно от чего умер. У него получается такой стиль был у Сталина. Он, например, 10-12 лет работает с личным секретарем, а потом секретарь резко умирает. А Григорий Каннер, еврей этот из Дисней, город Вильнинская губерния, он был расстрелян, как враг народа. Да. Интересно, потихоньку буду слушать, не спеша. Эту книгу рассказывают разные люди. Есть неприятные, ну, включил сначала женщину, неприятная у нее дикция. Сейчас нашел парня, который красиво рассказывает. У меня дислексия, поэтому я воспринимаю только аудиоинформацию. Читаю много, но слушаю. Смотрел на Курщине четкую работу снайпера. Смысл какой? Снайпер выбрал позицию в лесу, ну, в посадке, замаскированный. Работал с САКов финской. Кстати, я там рассказывал про стрелкотню, то у нас в 2014 году на автомату вот этих всех девайсов не было, поэтому я стрелял не с цевья, я стрелял с магазина, мне так удобнее. Понятно, сейчас вот эти планки пикантини, да, или как она там, прикручиваются ручки, и с ручки намного удобнее стрелять лично для меня, чем держать цевью. Ну, стойка такая, как у боксера, центр тяжести между ногами, плечи вовнутрь, корпус чуть вперед. Ну, кто стреляет стоя? Ну, стоя стреляет мало, потому что сразу убьют. Потому что, как показывают, как в тире стреляют, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. То вот первые штурмы, когда были ССОшники заехали, 3-й полк на аэропорт, то у них у всех СВД были. Старые допотопные СВД. Вот такая у нас армия была. Даже лучший полк был с тупыми СВДшками. А самые лучшие винтовки были у СБУ «Альфа Крым». Их завозили эти винтовки Янукович для борьбы с крымскими татарами. Да. И у них был вот этот Бахчисарай учебный центр. Они учились антитеррор, как убивать быстро татар. Это ж мы братья были с татарами. И вот этот пацан, спецназовец, ну не спецназовец, а снайпер, не буду уже домой думать, в посадке на Курчине, они заптурили БТР, с БТРа начали россияне выпрыгивать, человек 7, а он в засаде лежал, он их всех 7 снял, да, с САКи. Ну САКа, она такая, ну, офигенная винтовочка, тонкая и стреляет очень тихо. Да. Вот это мои подписчики сбунтовались. В Новосибирской области разбили военную часть, и 12 человек убежали, их уже споймали. Я для них как раз лох пишу в первую очередь, для россиян. У меня 30% подписчиков с России. Они сказали, мы не хотим быть бессмысленным, мы не хотим здесь, ну, они сказали, не хотим быть штурмовым мясом в Украине, да. Нанесли урон казарме, эти 12 человек, они уже против нас воевать не будут. Что бы с ними ни делали.
Вот я слушал Вересня и этого Яневского. Они там вспоминали Николая Семеновича Балабуха. Был такой знаменитый купец второй гильдии, городской голова Киева 47-го, 1847-го, 51-го года. Он был аналог Порошенко, варил самое вкусное варенье, ну и мармелад в Российской империи. И был очень богатым, и был меценатом. И ему стояли какие-то или памятники, или таблички в Киеве. Это был Балабуха. Но он в политику особо не лез. Выше градоначальника не залазил. Николай Балабуха. Вересень сказал, что он в очень близких, хороших отношениях был с послом России в Украине Зурабовым. Да. А вы были с Зурабовым в близких отношениях? Я нет. Поэтому и Вересень говорит, что ОУН, УПА и Бандера – это ну, не от мира всего. Он их критикует. Я тоже был коммунистом и в ЛКСМ. Но в Компартию не успел вступить. Но я себя размагничивал 35 лет. Каждый день читаю, каждый день что-то новое узнаю. Легче всего умереть ортодоксальным, ретроградным, пассионарным коммунистом. Ну, Вересень, Яневский такой, да. И, ну, они оба одинаковые, обои рябой. А, и на Купянському напрямку важливо для воєнних, хто мене слухає, нормальні люди, то на Купянську вони йдуть в нашій формі, в Вооружених сил України, в ЗСУ, в пікселі. От слушаю іноді от цих пленних росіян, хто попав в плен, всі під дурака косять. Випив, очнувся, я в армії, да, ну... Правды нет. Я вам честно скажу, свое, у меня к ним такое пренебрежение, что я бы их в плен не брал бы, да. И своих так солдат учил. Он заблудился случайно. Да, надо на обмен. Вот у кого хорошие нервы, пусть берут их в плен. А у кого нервы расшатанные, ну, как их брать в плен? Поэтому, когда они наших расстреливают, это очень плохо, это ганебно, но... Например, мы на этом участке убили их там человек 500-600. Понятно, что он когда до нашего добрался, то ты для него уже все, дичь. Два дня подряд плохо работал YouTube, лично у меня он практически не работал. Но со вчерашнего обеда он нормально заработал. Из хорошего. НАТО выделить Украине достаточно військовой допомоги для продолжения борьбы с РФ. Блинкен. Он сейчас ездит по Европе. Блинкен говорит, что мы эти полтора месяца отработаем по максимуму, чтобы у вас был запас на 25-й год, какой бы ни был чокнутый Трамп. Спасибо дедушке Блинкена, что он убежал от нас, и на свет появился такой замечательный онук. Да. Прекрасна страна, така як Швеція, виділить 7 мільярдів військової допомоги Україні. Маленька Швеція. Вони маленькі. Це як дві наші області українські. Цей пакет буде на 2 роки. З 24 по 26. 7 мільярдів доларів. І ще доповнительно уряд Швеції виділить 100 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підготовки зими в Україні. Шведи, ви самі найкращі люди на цьому світі. Да. У Пентагоні уточнили суму, що залишається на військову допомогу для України. За програмою PDA 7,1 мільярда доларів, це 4,3 затверджені Конгресом у квітні, і 2,8, які стали доступні після перерахунків смети. Крім того, приблизно 2,2 мільярда доступні за програмою USA. Да. Це дуже гарно. Тобто, 25-й год ми при всіх косяках будемо петляти. Ну, да. Балашова не цитую, бо я його не слухаю. Там навіть одні заголовки понятні, чим ця людина дише. Дишлом якимсь російським, триколором. Як казав Ігор Щербак. Так.
Трамп на пост міністра оборони назначив, це третього коня, назначить телеведущого Fox News Пьюта Хексета. Так. Ну, там вся Америка от нього в шокі. Ветеран армії Національної гвардії, служив в Іраку, в Афганістані, ізоляціоніст. Америка, прежде всего, он тоже орёт, что мы сами спровоцировали. Это знаете, когда у Чикатило спрашивают, зачем вы этих детей убили? А зачем они в лесу ходили гуляли? А у девочки такая маленькая юбочка была. Зачем она меня провоцировала? Когда я смотрю, подписано Animal Planet, косуля какая-то бежит, хочет воды попить. И аллигатор ей хватает за морду. А зачем она воду пила? Не надо было пить воду. Я бы ее не схватил за морду. Я тоже и кушать хочу. Ну и вот этот же, который будет вместо Чернышкирова, главы Пентагону, он говорит, что Путину нужно отдать то, что ему принадлежит. Он пришел за своим. Прекрасный глава Пентагона. Идиоты, трамписты, я вас обнимаю, вы лучшие. Сейчас вот это у Пети Порошенко, у Мармелада, появился на всех каналах, вот этот, как его, Табах, ну, проституция понад усе, да. Мармелад на першому місці, армія, віра, мова на першому Мармелад. Як казав Микола Верісон, я їду по Оману, і мене обганяє фура Роше. Я питаю, хлопці, що ви тут робите? Ну, ми живемо Чикагською біржею, це головна біржа по шоколаду, агробіржа. І нам треба какаву, каву, какаву, все закупляти, так. Да. Петр Олексійович намного шире думає, чим ви думаєте. Какава на першому місці. Представте, він утром проснувся, а його рефрижератори по всьому міру їдуть, і танкери пливуть з цією какавою. Хороший, да? Нацбезопасность, глава ЦРУ, Гейтс этот, и глава Пентагона, там просто трэш. Самое ключевое для нас. Из приемного, там же генерал-майора мы запоранили на той неделе. Вчера погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей, Транковский, да, был взорван... обстреливал Винницу, Севастополь, Одессу и Николаев. Ну, СБУ не пожалели на него тротила или гексогена, так взорвали, что он аж прилип к этому жуку своему. Он на жуке, по-моему, ездил. Ну да. Ниссан жук. И убили мы этого, уничтожили... командира полка 14-го танка. Говорят, жесткий был хлопец, даже своих расстреливал. Ну, видите, на все воля выстрела в ЗСУ. Выпью воды. Украина отремала от плохого Байдена 1,350 миллиардов долларов. Гранту ж. Вчора заявив Шмигаль. На гуманітарні соціальні програми. Надеюсь, не сильно будуть вони ворувати і красти. Хочу відмітити роботу Філіп Тахі Мадьяра. Вчора очередной фільм смотрів. Но у нього вчора була серія, шестой сезон, вторая серія. Он там эти... Ну, на СВК розбивав російські. Ну, от он показав відео, он там набив на мільйонів... 30 долларов, да, техники. Пушки. У меня, наверное, сопилка рублю. То у него, получается, FPV подлетает, и оно в воздухе взрывается. Голову отрывает сразу. То есть у него неконтактное с землей. Я такого видео много видел. Там первая партия в первом квартале поступит 6 миражей 2000-х, 5F. Моя личная тема. Да, там же командующий ВВС, которого Онищук выгнали или разжавали. У него была тема, чтобы был только один самолет, F-16. А вот сейчас пришел новый Трамп, и он ведет эмбарго, запрет нам. На детали, на все, на обслуживание. И что дальше делать?
А я кажу, у нас должны быть партнеры французы, а в первую очередь шведы. Мы должны в шведский Гриппен войти как полноправные компаньоны, как делают по КФ-21 корейцы с Индонезии, 50 на 50. Вот как израильтян не хватало денег, программу Барак они делали по ракетам с Индии. Да, это нормально. Мираж 2005F по многим показателям даже лучше, чем F-16 прокачан. Французы умеют делать. Вот было применение, два видео смотрел. По 8 ГБУшек, я не помню по номерам какие, работали на Запорожье. Разнесли там 3 или 4 склада россиян. Загоризонтная атака. Лично это моя тема, лично. Писал, писал и писал. И влоги записывал по миражам. Я общаюсь с человеком, который, я так понимаю, возле Зеленского, недалеко по теме французской именно, да. Ле Корню, это ж его работа, да. Премьер-министр Японии Сиба Сигур Сигеру спал на заседании парламента, да. Просто сидел и спал. Семья нардепа «Слуги народа», которая поставила армии некачественные куртки по завышенным ценам, скупала элитную недвижимость в Арабских Эмиратах. Дочь и племянник Геннадия Касая купили 4 квартиры премиум-класса в Дубае за несколько миллионов долларов. Ну, это ганьба. Видите, кто-то собирает на протез себе, там парень в ютубе глаз ему выбило на фронте, просит допомогти на протез. А кто там мародер, гадость? Там читал много по компромату на Меланию, типа у Путина есть. Ну, Мелания Трамп, как я читал раньше прессу, она была топ-эскортница, ее со Словении. Словения это была, получается, восточная часть Италии. Итальянская мафия привезла в Нью-Йорк, и она работала с топ-дядями. Ну, это девочки премиум-класса. И на одной из вечеринок по типа ее встретил Трамп и зачекинился с ней. Ну, типа Трампа шантажирует хоум-видео от Мелании Трамп. Ну, я не знаю, Трампа порнографией шантажирует, по-моему, бессмысленно. У нее сплошная жизнь – это порнография. Слушал у этой, как ее, Даши, не Даши Астафьевой, про нее тоже. У меня сегодня тем куча, час 20 будет. Могучих выступала у Ефросининой. Я ж помню, как Могучих, она сейчас за Украину, Азову помогает, щира подяка. Но помню, как она не знала, что такое война, для нее с 14 по 22 год было, не было войны. И она не знала, почему мир в ее городном Днепре был. Благодаря кому? Кого с 14 года уже хоронят на кладбищах. И она обнималась там с капитаном ФСБ, с своей подружкой, с российской сборной. И ее там чуть потравили. Я помню, как Филатов, мэр города, орал: уберите руки от этой девочки. Ну да. Но Филатов уже восстанавливал парк Севастопольской славы в Днепре. Было на что деньги списывать. Он любил про героев Севастополя. Он историк сам. Да. Слушал про Дашу Астафьеву. Она рассказывает, как она выросла в Орджоникидзе. Ну, такая пацанка была. И когда она снялась первый раз в Playboy, ну, там вот это сися-пися, и приехали в ее родной город журналисты и показывают Playboy дядьке, а бабка ее смотрит телевизор. И говорят, вот ваша девочка с Орджоникидзе, звезда плейбоя. Но он говорит, таких вешать надо на столбах. И бабка одевает очки. Говорит, это мой Микола, сусід. Говорит, я сейчас піду с ним порозмовляю. Кого треба вешати на столбах? Чи вешати? Рассказывала она про автобусы в СССР. Я вспомнил, у нас был такой
Обычный автобус, например, 14, был еще 14 экспресс. А 14 экспресс, тогда на 5 остановок меньше. И чтобы в него забежать, вся толпа бежала. Тебе могли ноги переломать. А иногда ты просто ехал, вот так вот тебя размазывали по лесу стоя. И ты вот так стоял, ехал 5 или 6 остановок. Да, вот такое у нас было автосполучение в СРСР. Даша никак не может родить и выбирать себе женихов. Денег валом, а родить не от кого. И рассказывала о запруднении. Ну, такую ересь несет. Да найди себе мужика, который тебе внешне нравится. Ну, сделай это все и выноси ребенка. У тебя баба валом, и ты ходишь, носу ковыряешься, кобылица. Масса денег. Я понимаю, людей в злыднях живут бедные, не за что рожать. Ну, у тебя 50 квартир по тому Киеву. Роди пару детей. Красивая девка, по отцу она башкирка. Раскосая такая, да. Слушая также про Зладу Огневич, она и на Бордюш. Чи Бордиш, Бордюх, Бордюх. Ее папа был расстроен, он был подводник, плавал на Северном флоте, что она поменяла его фамилию, она теперь Злата Огневич. Я не знаю, ну вот меня назвали там таким-то именем, такой-то фамилией. Зачем менять, непонятно. То, что тебе какую-то кличку дали, Злата. И она говорит, что она в такой семье прекрасно росла, что она соседская девочка играла с игрушками ее и поцарапала зеркальце. Вот эти куклы Барби. И мать привела ее домой, ее родная мать, и била ее выбивалкой из-под ковров со всей силы. Представьте, яка вона погана людина, її мати. І вона її свою маму очень любит. Не бейте своїх дітей, не будьте такими матерями, як мама Злати Огневич. Ну і Слава Плюс спрашивает у нее, а от ти би, ну, приймав участь в холостячці, и ты на своего отца орала, говорила, закрой рот свой. То, говорит, ты такая жесткая девушка. Она, ой, не может быть. Говорит, Слава, я, ну, это все проверено. Они все вот эти милые девочки на камере, а в жизни они закрой рот, папаша. Еще прикольно, ну, она что же не бедная, миллионерша. И она говорит, у меня, представьте, вот эти с электросети пришли, отключили мне свет и запугивали меня. У нее квартира 85 квадратов, и у нее был долг 60 тысяч гривен. Это в те времена, по тем ценам. Это было 2 или 3 года назад. Представьте, какая она перепуга, ну, конченая, непорядочная. Как можно 85 метров квадратных насобирать такой долг 60 тысяч гривен? Ганьба. Она патриотка, все, молодец. Ну, какая же ты патриотка, если ты залимонина, снимаешь клипы по 30 тысяч долларов, у тебя 85 квадратных метров квартира, 60 тысяч гривен долг. И ты еще недовольна, что тебя ДТЭК при 60 тысячах отключил. Обычных людей отключают про 1500 гривен долг. Тут бывает, больше 100 гривен в кармане нет, и долга по свету нет, текущего. Трындец, вот это у нас звезды. Ну и Даша Астафьева сказала, что она в работе очень привередлива и матом кроет свое окружение. Даша Астафьева, вы же из подпорной актрисы сейчас развиваете тему библиотеки. Она развивает аудиокниги, проект. Как вы можете людей матом покрывать? Из приятного девушка вышла замуж за бывшего, который забыл из-за амнезии об их расставании. Ну да, прикольная тема. Режиссер нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмары» потерял зубы из-за стресса на съемках. Ну да, у меня тоже после дембеля начали зубы выпадать. Да. Пять тысяч украинских моделей OnlyFans заработали 123 миллиона долларов с 20 по 22 год. Все профессии нужны, все профессии важны. Историческая тема тоже будет. Но у меня столько тем, что...
До України від Франції надійде 600 високоточних бомб ASAMS, а ЕАСМ до кінця 2024 року. У нас там некоторые кончені, я говорю, це дуже мало бомб. Так самі делайте. Нам їх дають, дарять 600 бомб. Да. У вересні був вопрос, а скільки вам платили на каналі Медведчука? Ну, он же Бандеру не любит, а шарился на Медведчука канал, что старая проститутка. Он говорит, не скажу. Вот так прямо делал. Не скажу. Ну, видно, хорошо платил. Смотрел видео, вчера распространял в Телеграме, Денис Синицын изнасиловал женщину, вырвал ей глаза и убил. А теперь убили мы его, и он герой СВО в Челябинской области, висит в центре города на стенде. И женщина пришла и рассказывает, кто такой Денис Синицын. А через 20 лет забудут, что он насиловал, убивал своих соотечественников. И он будет стоять над горой Алеша в Болгарии, русский солдат. Из плохого врача-педиатра Надежду Буянову, которую оклеветали. Речи нет о том, что она говорила о российских солдатах плохо. Только по доносу дали ей 5 лет. Да. Я делал репост хорошего сериала про период Генриха VIII. Рекомендую посмотреть. Там актеры ну, топ-уровня, лучшие актеры сейчас на планете Земля, то очень толковый сериал, да. Это как раз период, когда Генрих VIII казнил Анну Болейн, у него новая жена, но она там долго не прожила, она родила этого Эдуарда, сына, и умерла при родах. И как раз его дочка Мария Первая, ее назвали еще Мария Кровавая. Потом она, дочка, приедет с Европы, возвратится, и со своим голландским мужем, ну, голландский муж станет самым успешным королем Британии. Очень круто играет, очень серьезный фильм. Рейтинг в прокате 9,7. Просто топ. И там как раз показывается дядя Кромвеля, там же кроме Кромвеля еще был его дядя. Он был премьер-министром у Генриха VIII. А Генрих VIII такая была паскуда. Его, по-моему, этот Льюис играет. И вот эти все перипетии идут. Очень серьезные выражения, поучительные для нашей жизни. Именно общение между людьми. И как выживать в высшем свете. Ничего не меняется. Вот у Зеленского все так же само происходит. Свои Ермаки, свои Арестовича. В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора Центра содействия семейному воспитанию. Он насиловал детей, да. 8-летнего мальчика, например. У нас вот это есть Доротюк, патриотка. Ну, сейчас, она до 22 года была. Какая разница? Брала интервью у россиян, нужно перестать стрелять. И она ходила, например, в фильм «Буча». Я думал, что это кинокомедия, потому что у нее на ее страничке заставка, она стоит с какой-то тёлочкой и улыбается. Мы на Буче. А Буча — это про трагедию. Ну, перепуганно. Но если ты на Буче, то уже, ну, хотя бы одень маску лицедея, что ты сочувствуешь этой трагедии. Патриотка сейчас. Ну да, Рамина, Доротюк, они сейчас все патриотки. Козловский пел в 16 году в центре Москвы на 9 мая, Медведчук его-то вывозил. Этот день победы порохом пропах. Да. Хорошую аудиокнигу читал про Адриана Картона де Виарта. Это внебрачный сын короля Бельгии, который считается одним из величайших генералов Британии. Прошел войну, он везде воевал, потерял глаз, руки. Воевал в Ангробургской войне, воевал в Первой мировой, ездил со специальными миссиями, был пленен, сидел в плену у итальянцев 2 года, потом итальянцы его в Лиссабоне на тайных переговорах отдали Британии. Ездил от Черчилля с дипмиссией тайной в Китай, но важна тема какая,
У него, он считается почетным кавалером ордена поляков, личным помощником Пиусудского был по военным операциям. И он вел кампании, как раз руководил кампаниями Девиард против Украины и против Польши. Участник польско-украинской войны и польско-литовской. Важно. То есть в окружении Пиусудского было две бригады интернациональные. Это ж весь мир накинулся, чтобы убить Галичину. Против ЗНР воевал. И руководил этим Девиард, и один из руководителей был Шарль де Голь. То есть советники Пиусудского и были Девиард. И Девиард очень не любил галичан и проводил самые жесткие операции против галичан. Да. Потом он участвовал в кампании бои на Висле. Его красноармейцы чуть не убили, отстреливался с поезда с револьвера. Но его проносило много раз. То есть мы запоминаем, что Британия и Франция были главными союзниками, чтобы замочить Галичину. И, ну а как могла победить ЗУНР, если против них воевал весь мир? И Вудро Вильсон присылал из Чикаго добровольцев польских, «Орлята Львовские» они сейчас называются, комплекс этот. И выделял самолеты, чтобы бомбили ЗУНР. Так, он был близким другом этого Николая Радзивиллы, поляка Словыни. Он ему подарил большое поместье на Пинских болотах, и он там 15 лет жил, да, Девиард. Воспоминания по пенсионерам на фронте, у меня был, ну тогда он для меня пенсионер считался, сейчас я уже его возраста, 56 лет, грек с Мелитополя. Говорил только на русском, но это самый лучший солдат у меня был. Самый лучший. И пришел гражданским. И он 56 лет подтягивался 16 раз. Вообще не лаялся, не матюкался. Но когда его там вывели, пару алкашей, то я думал, что он их просто ну, повесит на турнике. Еле-еле вырвал из его рук этих негодяев. И в этом фильме про, когда Болейн казнили, как они казнили, интересно. Вот он заходит за левую сторону, палач, а меч заносит на правую. И он делает крик там, Болейн, слева, она поворачивает голову налево. Он заходит справа и справа рубает ее, чтобы легче было умереть. Интересная техника. Ну, в общем, запоминаем, что мы за неделю ликвидировали командира полка, комбрига, генерала-лейтенанта, да. Не, генерала-майора. Смотрел передачу вот эта Алицкая, она приехала в Нью-Йорк и снимала в Сан-Франциско. Она показывает, как она робота вызвала. Машину, без водителя. Но мне тоже было интересно посмотреть. Приехала эта машина, она по приложению вызвала. У нее списались деньги за вызов. Подходит она к машине, приходит ей пин-код, она его вводит, двери открываются. Она садится и поехали. И робот ее нормально привез. Вообще нету человека. И она брала интервью у женщины из Тернополя, которая уехала в США с двумя дочками. Ну и хочет закрепиться в США. Она уже выиграла грин-карту. Рассказывала, как до бумаги поручителя, либо там должно быть 25 тысяч долларов на ответном счете личном, либо должен кто-то за тебя поручиться, гражданин США. Осталось одни сутки, чтобы предоставить эту бумагу. И она эту бумагу принесла, уже были закрыты отделы. Но на ресепшене передали ответственному работнику эту бумагу на следующий день, и ей дали грин-карту. Работает она с утра до вечера, окна мыла, вот это, ну, клин-служба, ну, не понравилось ей. Сейчас она водитель, по 16 часов в день работает. Зарплата от 3 до 6 тысяч долларов в месяц, в зависимости от того, сколько ты едешь. И лицензию зарегистрироваться на Uber и получить право вождения сейчас практически невозможно, они не принимают заказы.
Страховка на первый год очень дорого. Машина, например, стоит Land Cruiser Toyota, базовая комплектация 15 тысяч долларов. И сделать ее под инвалидов, чтобы коляску можно погружать было в багажник, еще 15, да, переоборудовать. Каждые 6 месяцев она проходит тесты на наркотики. Да. Ну, в общем, из ее слова, она там уже поездила чуть по США, посмотрела другие города, но она говорит, в общем, ни свет ни заря, работает с утра до вечера. Набрала вес и шла как раз на МРТ делать снимок по позвоночнику болит. И вот эта Алыцкая брала у нее интервью. Навальная там что-то в Португалии пыталась рассказать про нас, и наши украинские переселенцы не дали ей два слова сказать. Россия списала странам Африки долги на общую сумму 20 миллиардов долларов. Видите, деньги у них есть. Самая смешная попытка госпереворота в истории. МВД Кыргызстана заявили, что предотвратили попытку госпереворота. Задержан бывший заместитель генерального прокурора Адыла Кубана УУУ и еще 6 человек. У задержанных изъяли оружие, аппаратуру для съемки, а также 1000 бутылок водки и 2000 бутылок минеральной воды. Ну, хотели подпоить толпу. Стоимость биткоина больше 90 тысяч долларов. У Грузии відкрили кримінальні справи на 300 бійців грузинского легиона, які воюють сейчас за Украину. То есть мы должны помнить, что Балашов всегда кричит на вот этих, ну, на Саакашвили, Саакварелидзе, что это плохие люди. Но эти плохие люди воюют за нас. А он хвалит пророссийских грузинов. Каха Каладзе, Иванишвили, грузинская мечта. Киностудия Мосфильм на войну в Украину забрали все реквизитные танки. Ну это хорошо. 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей. Ну, что-то они не успевают. Так. Словакия подписала контракт на поставку газа из Азербайджана через Украину. Ну, мне кажется, это фиктивный контракт. Трамп хочет своим секретарем сделать экс-модель Елизабет Пипко, фамилия украинская. Она внучка бывшего художника, он уже умер, Марка Клеонского. Кто не видел работы Марка Клеонского, я фанат его. Крутой. Ну, а его внучка Елизабет Пипко, она, ну, красивая девочка. Ну, Трампу нужны красивые, он любит все же с красивых. Такая вот сиси-писи. Трампистка, маговца. Ну, вся еврейская диаспора, они за Трампа был. Там Джаред Кушнер, взять его. Джаред Кушнер – это одна из самых влиятельных фигур в его окружении. Депутат Красноярского собрания, Заксобрания, Захар Енджиевский собрался на войну. В Красноярск и в Иркутск отправляли поляков ссыльных после вот этих бунтов 1830 года и 1865. И у них были диаспоры революционеров. И Пилсудский там сидел, в Иркутске его что-то эти воспитывали поляки. И они сейчас, видите, их переделали. Уже в третьем поколении он уже не Ежи, а Захар, да. И он же собирается с нами воевать. Фамилия шляхетна, а сам он мудак. Но он такой толстый, да. Вчера смотрел интервью этого министра обороны нашего. Но он тоже набрал. Килограмм 200 весит. Он уже будет скоро толще этого. Председателя Верховной Рады. Пухнут они от голода. А яйца и масло вы не бачили, почем они у нас в магазинах? Ну, им все ж протпайки, гуманитарна помощь. Так. Ну, а так, в принципе, все, видите, так и не ожидал, что так быстро закончу свой влог. В общем, всем подяка за лайки, за подобайки. Ну, відсутнє спілкування, бо бачите, у мене є
Ігорі Щербаків, спілкуються українською мовою, а я образив Шевченка, Балашова чи когось ще такого, чи Арестовича, не знаю кого, чи Артігріна. Ну все, ми віримо в найкраще, наша армія найкраща, у нас відвітні заслуги бійців. Ви найкраще на цьому світі, воїни. Все, всім гарного дня.